Я Сергей Лазарев, актер, певец, ведущий, шоумен. Я участвовал в проекте Первого канала, который назывался «Танцует». И среди участников был мальчик очень талантливый, который прекрасно станцевал. И только потом мы рассказали зрителям и членам жюри, что он не может слышать. Игорь Стрелкин, Москва. Я могу сказать, что у меня были одно время проблемы со слухом, потому что каждодневные концерты и большая нагрузка на уши привела к тому, что слух стал немножко садиться. И это была паника. Это была паника, я просто не представляю, что такое не слышать вообще ничего. Это страшно, это самое страшное. Я по-своему чувствую музыку. Вот звучит музыка, там отдаются глухие удары. Я слышу вибрацию телом. Это сложно объяснить. Я просто чувствую вибрацию и все. Кто-то жалеет, что я не слышу. Не жалейте. Мы можем нормально и свободно общаться. Не жалейте нас. Мы слышим глазами. Вы вот и добро, и зло слышите сердцем, а мы глазами видим.